В Нижнем Тагире дети-инвалиды могут остаться без жизненно необходимого лечения. Там закрылся единственный санаторий для больных церебральным параличом. Теперь это будет просто оздоровительный лагерь. Как пояснили в местной администрации, санаторий в поселке Антоновске под Тагилом закрылся из-за коммунальных проблем, в частности, там неисправна канализация. Учреждению просто не смогли бы продлить лицензию на оказание медицинских услуг. Реконструкция системы водоотведения, по оценкам экспертов, обойдется в 12 миллионов рублей. Этих денег в бюджете городского округа просто нет. Помощи от области ждать не стоит, санаторий не находится в ведении Минздрава. Здание пустовать не будет, в нем разместится детский оздоровительный лагерь. А пациентов лечебного учреждения, детей с ограниченными возможностями, переведут в другие клиники, успокоили чиновники. Создадим лагерь, детский оздоровительный лагерь, сохраним максимально ту материальную базу по физиотерапевтическому оборудованию обязательно. Ну и думаю, что мы уже начнем зимой работать в полную силу, человек на 100 детей.